Янукович в России собирает пресс-конференцию. В столице России пройдет пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича. Беглый глава государства собирается предоставить новые доказательства причастности нынешних властей к расстрелам на Майдане. В Москве 2 марта в 11:00 состоится пресс-конференция беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает ТАСС. Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также судебном процессе, инициированном киевскими властями, сказано в анонсе. Напомним, экс-президент Виктор Янукович остался недоволен решением суда, согласно которому было разрешено проведение заочного досудебного расследования против него, и обвинил украинские власти в препятствовании допуску его адвокатов в суд. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamikrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.